Привет, друзья! Французский лидер Эммануэль Макрон обещал предоставить Украине колесные танки AMX-10RC. Французы любят создавать необычную технику. Это видно даже на примере техники Франции в любой компьютерной игре. Французский разведывательный бронеавтомобиль AMX-10RC не стал исключением. Часто классифицируемый также как колесный танк, разведывательная машина AMX-10RC начала выпускаться в 1974 году. Сейчас машина снимается с вооружения и заменяется другой бронетехникой. Алюминиевая броня AMX-10RC защищает ее от огня легкого стрелкового оружия. В 2010 году машина была модернизирована до уровня AMX-10RCR. Для управления стрельбой машина оборудована современными типами приборов: дальномер лазерного исполнения и баллистический вычислитель электронного типа. Машину разведки разработали плавающие. Машина использовалась в операции «Буря в пустыне», показав там высокую результативность и маневренность. Слабая сторона машины – бронирование. Вооружение AMX-10RC – 105-мм орудие. В спарке с пушкой работает пулемет 7,62 мм. В 1994 году производство машин было прекращено. Мощность двигателя машины – 280 лошадиных сил. Запас хода – до 1000 км. Скорость – до 85 км в час. Экипаж машины – 4 человека. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.